За 3 дня фестиваль мороженого успел побывать сразу в 3 городах. Финальный аккорд в парке Пушкина. Вдохновитель и организатор праздника Дмитрий Сватковский. Вы знаете, у меня было детство, и всегда мои родители, мама в первую очередь, конечно, меня награждала за те или иные поступки, за школу, за поход в секцию, за хорошие какие-то добрые дела. Говорила: сынок, на тебе мороженое. И для меня это вкус детства. Для маленьких гостей и их родителей развлечение на любой вкус и возраст. Хочешь научиться чему-то новому? Делай выбор в пользу мастер-классов и творческих мастерских. Есть желание заявить о себе со сцены? Поднимай руку и участвуй в развлекательных конкурсах. Самое главное, знаете, что здесь происходит? Здесь происходит общение. Мы настолько заняты, иногда бываем своей работой, а здесь это возможность пообщаться со своими детьми, посмотреть, что они любят, с ними поделать. Семейный праздник. По примерным подсчетам, за 3 дня фестиваля его посетило около 10 тысяч человек. В эти, во всех смыслах, жаркие дни было съедено около 1 тонны сладкого лакомства. Отличный праздник, отличная идея, детям тут просто раздолье. И нам очень понравилось. А что больше всего нравится? Развлечения для детей. Анимация. Анимация, да. Ростовые фигуры. Развлекательная программа для детей очень интересная. Детишки танцуют. Радуется действительно искренне. Мне нравится атмосфера. Мне нравится, что собирают детей, проводят для них какие-то вот такие мероприятия, потому что редко довольно-таки. Фестиваль мороженого в парке Пушкина проводится лишь 2-й год. В планах организаторов сделать его еще масштабнее и в следующем году провести у стен Кремля. Юрий Чухин, Кирилл Васенин, Алексей Калякин. Время новостей.